Pa ti si večerao, sinoć nisi ni večerao. Да, непривычно, конечно, проходят девушки, женщины в платках мусульманских и говорят на славянском языке. У меня, конечно, картинка не вяжется. Сразу такой когнитивный диссонанс. Только в Боснии такое можно увидеть. Ну, я имею в виду местные. Понятно, что могут путешествовать, но чтобы они тут жили, прям это тут. Все-таки нашел я Ибрагимовича. Вон он там висит. Дальше. Вон просматривается. Так что тут полный комплект, полный набор. Еще раз захотелось снять тут атмосферу. Птушки, семьи, детки, все разом. Все в хорошем, веселом настрое, радуются, кормят голубей. Ну, в общем, тут очень атмосферно, вельми атмосферно. Так, ну вот места, где можно пообедать. Раз мы это изродим. Отлично. По параллельке, да?